Хей, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем брать техруху под названием Borderlands DLC про Robot Revolutions. Окей, в прошлой серии мы с вами, если я не ошибаюсь, одолели из прошлого DLC главбосса. И теперь мы отправляемся на фабрику, чтобы уничтожить какие-то охладители. Дайвинг Фаулс. Охладительная фабрика. Дайвинг. Главное мне, чтобы оружие у меня соответствовало. Разве могут несколько мясных мешков доставить без беспокойства славным робота Люцией? Если бы у меня было так, ладно. Неважно, то он постоянно что-то говорит. Ой, тихо. Ух ты ж, ё-моё. One shot, one kill, как говорится. Так, тихо. Сразу перезаряжай. Или ты не враг? Подожди, то есть то обычное растение покрыто? Хорошо, у нас идет развилочка. Поверху или по низу? Ну, идеально будет это пойти поверху. И, меня тут, в принципе, ничего не закрывает, но я могу пойти еще на вход. Ну, мне кажется, там что-то слишком все охраняемо. Вау. Здесь, походу, все сильно охраняемо. Окей, тогда делаем вот как. Так, ишка. Блин, плохо то, что у меня не открыты другие эти места. Так. Где моя электропушечка? Электропушка моя. Бамц. Раз. Два. Три. Главное, что я этих ваншочу хотя бы. Вот зараза. Покажи башенечку свою. Бошечку покажи. Отлично. Мне нужны деньги. Мани, мани, мне нужны в кармане. А, черт. Не-не-не-не-не-не-не, что-то вы начали пулять мне через это. Рикошетить меня начали. Нихера себе. У тебя защита головы. Так, ладно, одного грохнул. Хорошо, берем оружие посильнее. И рашим. Да, он медленный.
О, все. Так. Меняем на пистолетик. Не беда. Пусто. Так, я вас понял. Сопротивляемость стала, да, хорошая? Класс. Взрывные патроны. Блин, вот окислитель самый лучший был бы. Где мой пистолетик? Готово. А, это подо мной, да? Да, скаги повлазили. Так, что за пушка? Не, мне нужно вот это. Так, место сохранения, отлично. Давайте я сразу попродаю мусор, который мне здесь не нужен. Так, шоковый оставлю. Корзика. Блин. Ну нафиг, 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 нафиг. Блин, я не знаю, по сути коррозия против роботов хорошая, ну и молния тоже. 600. Блин, ладно, попробуем. Слишком много бочек. Так, сейчас я пойду сюда. И налево. Тихо, тихо. Он меня не заметил же, надеюсь. Ну, не, этих роботов довольно легко убивается, но, скорее всего, их будет здесь много. Ну да, в принципе, их тут просто много. Блин. Ладно, просто пробегу. Так, запрыгну. Что у нас здесь? Так, ну по сути только проход там. Тогда обратно возвращаемся. Тут только один центральный проход. Вау, вау, вау. Мне на ревик так патронов не хватит. Зараза, зараза. Тихо. Сверху один, сбоку один. Ух.
Запчасти нужно собирать. Ладно, бежим. Погнали внутрь. Черт побери, железяка. Я доктор, а не наемник. Доктор Нет Трэп. А, то есть он сейчас тоже как босс, да, у меня? Вы это сейчас серьезно? И куда он делся? Мне не нужен доктор. Мне нужно понять, что мне нужно, чтобы тебя уничтожить. Окей. Берем молниеноску. Я понимаю, что это все дерьмо. О, так ты у нас на физ. Так ты у меня доктор на физ за атаку. Окей. Так. Буду знать. Только почему тогда у меня пистолет не так больше носил, хотя у моего ревика больше дамаг, чем у этого. Так, запчасти, запчасти. Ой, вы что подобрал я уже? Выбросить. Не хочу ничего нового брать. Все, да? Единственное, я могу вот это взять. 51 штука стоит. И пойти вперед. Но сначала ульту прожать, отхилиться. Так, давайте сразу план придумаем. Фабрика найдена. Я ее нашел, да? Но она там внутри. Вот. Значит, один участок, два участка. Их три, да, получается? Что у меня за второе оружие? Эндрическая пушка, окей. Так, если сдохну, здесь появлюсь. Нормально. Железяка, борец за свободу. Блин. Тихо, собираем. Нужна лут, нужны деньги. Ну, деньги-то навряд ли. А лут бы не помешал. В виде патронов. И FPS бы не прыгал мне. Я понимаю, что вертикальная включен, но... Так, готово. О, да не-не-не, ребят, все, я вас понял.
Да ну ладно вам. Так это первый компьютер. Так будет, мне кажется, быстрее. Может, мне спидранить это просто все место, да и все. Так, да, следующий на другой стороне. Давайте я по-быстрому тогда за спидранью. Воу-воу-воу-воу! Фак. Пипец, там кто-то жесткий. Блин, мне возвращаться придется. Да? Да. Воу! Мастер единоборств, слышь? Так, быстрее, быстрее, пробегаем, пробегаем. Тихо, 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 тихо. Что здесь? Патроны, патроны давай. Ладно, физ пушка. Так, отсюда я могу? Да, могу. Побежали в эту сторону. Вперед, 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 вперед. Да тише, тише, тише. Жесткий, жесткий, жесткий. Так, что теперь? Возвращаться? Все то что? Больше такого ничего нету? Ладно, побежим отсюда. Окей. Тихо. Каев. Ну, умирай, ну. Изи. Сейчас отхилюсь от этого. От ульты отхилюсь. И побежим. Бля, я не думаю, что тут все, что тут больше ничего такого не должно быть. Я просто на самом деле хочу побыстрее закончить проходить первый Borderlands, потому что после того, как у меня сломались сохранялки, мне пришлось просто все заново играть.
Ладно, побежали, короче, так как мы сюда прибежали. Так, поставлю обратно. Помечали. Быстрее буду бежать. Он меня еще не заметил. Так, все таки, все отлично. Тихо, 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 бежим, бежим. Ништяк. Они не попадают, потому что я мансую. Мне еще две детали нужно раздобыть где-то. И, в принципе, можно еще отнести будет к этой девчонке, которой я нужны были эти детали от роботов. Ой, еще нужна одна деталь. Вот и все. Так, драка за детали выполнена. Вернемся, сдадим два квеста. Главное, чтобы меня ловушка нигде не поджидала. Да, кажется, тихо все. Не-не-не, челик. Не-не-не-не-не. Даже не мечтай, я просто убегаю отсюда. Я понимаю, что тут еще есть один, кажется, или два босса в этой локации. И мне нужно отсюда идти. Уж сорян. Уж сорян. Так, там, кажется, все, выход, да? Да. Да, там выход. Отличненько. Я не знаю, чем я буду убивать финального босса, на самом деле. Я вообще смогу его хотя бы пробить. Этих, ладно, на физурон. А финальный босс будет у нас робот. Как бы, не спойлер, чтобы был. 30 FPS, серьезно. Ой, железяка, тихо, 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 мой железячка. Набор ремонтный, где? Где твой наборик? Вот твой наборик. Держи, держи, приятель. Ага, ты купился на старый трюк. Притворился несчастным и сыграй на тип так. Серьезно? А, тут закрыто, ё-моё. Ах, ты же зараза. Да, все-таки ловушка меня закрыли. Я думал, сейчас мне это дроп дадут. Так, улучшение получено. Улучшение инвентаря. Теперь вы можете переносить больше вещей в рюкзаке. Блин, мне не это нужно. Мне вот это нужно. Экипировку открыть. Там просто ящик. Ладно, полетели, полетели. Внимание, внимание, бандиты атакуют Тара Стадионс. Если противоречие мерзнет, то они вас не тронут. Воу-воу-воу. Они что, поезд атакуют? Ха-ха.
Что, охерел? Вы офигели? Нужно впритык их атаковать. Манать, 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 тихо, тихо, тихо. Сейчас у меня щит восстановится, сейчас у меня пушка восстановится. Нет, 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 в спину не стреляйте. Тихо ты. Что мне с этим делать, алло? Я понял, что они нас атаковали. Эй, приятель. Welcome back. Your mission will be completed in the order. Окей, хорошо. Я понял, тебе на это вообще посрать, да? Ловушка для железяк, фаза 2. Так, убийство завершено немного против штаг. Окей. Убийство разрешено. Разрушение немного против этих шпионажа. Ритуал для такого крайне, как ты. Переходи к третьей фазе. Робота все устраивает, как в Туравинсе. Убей главного, и остальные тоже подходят, чтобы сделать это. Тебе украсть беспроводное устройство, кодирование информации. Или просто буки. Фигово звучит. Надо поговорить с отделением чего-то там. Так. Хорошо, сначала нужно встать, закупиться. Эй, welcome back. Так, челик. 44 уровень нужен. Камон, я не могу прокачиваться. Я не вижу смысл дробовикам. Поэтому я его продаю. Каразийка обычная. Окей, пускай будет. Это тоже не вижу смысла. Апгрейд рюкзака. Мне нужна тревика. Отличненько. Так, ладно, следующая миссия. Куда мне ведет? На другую сторону. Давайте, в принципе, вдруг. Тупые камикадзе. О боже. Ладно, не буду их трогать, пускай они сами тут сражаются. В принципе, у нас дорога идет в ту сторону. У нас фаза 3. Всего, по идее, фаз 6. Поэтому как-то так. Давайте тогда в следующем. Ой, сейчас откроем сундучок, и тогда завершим, и в следующей серии мы туда отправимся. Поэтому как-то так. На дерьмо. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.